Кто из вас сталкивался хотя бы раз с проблемой того, что было, возникало какое-то непонимание между иностранными... Понятно, спасибо большое. Наше устройство поможет решить проблему общения с иностранными людьми. И, значит, в чем наш бизнес? Значит, наш бизнес нацелен на потребителя. Мы зарабатываем деньги на продаже хенд-девайса под названием Daily Tourist. И, значит, в чем заключается наша стратегия? В самом начале мы используем пул-подход, то есть у потребителя есть необходимость в данном голосовом переводчике, который работает в режиме реального времени без использования интернета, так как туристу очень сложно найти две минуты точку доступа к интернету. Значит, устройство распознает технологию, устройство распознает человеческую речь, обрабатывает ее и переводит на выбранный язык и в дальнейшем воспроизводит. Одна из основных функций — это GPS-экскурсии. То есть устройство определяет ваше месторасположение и либо отдельно рассказывает про ближайшие достопримечательности, либо предлагает вам экскурсионные пути, и в ходе них уже рассказывает об интересных местах. Также существует очень много интересных функций, которые постоянно должны быть под рукой у туриста, и мы стремимся к тому, чтобы все их как бы создать. В ходе анализа рынка мы выяснили, что значит, у нас есть основной конкурент Иктако, и существуют некоторые субституты. Со всеми ними мы боремся за счет существенного улучшения эффективности нашего продукта и за счет того, что наше устройство не требует никакого доступа к интернету. Значит, важным составляющим рынка также является государство и поставщики. На первом этапе осуществления бизнеса мы работаем в нише туризма. Минута. По нашим оценкам, целевой аудиторией в России является 360 тысяч человек. Учитывая среднюю стоимость устройства на данном рынке, его объем составляет 145 миллионов долларов. Финансовая модель говорит нам о том, что из анализа рынка мы получаем годовой оборот в 1,8 миллиона долларов. И таким образом необходимые инвестиции составляют 1 миллион 260 тысяч долларов. Все они расписаны здесь, на слайде. За первый год инвестиции должны окупиться и принести общую прибыль в 540 тысяч долларов. Финишная прямая, 30 секунд. Финишная прямая. В наши планы входят такие пункты, как создание своего сайта, расширение целевой аудитории в России за счет взаимодействия с госструктурами и улучшение устройства добавлением необходимых приложений, а также выход на международный рынок. Спасибо за внимание. 3, 2, 1, супер! Браво! Мы будем очень рады ответить на ваши вопросы. У меня... Стоп! У меня один вопрос. Что это? Это была презентация. Переводчик? А вам не кажется, что вы предложили iPad? Нет, нам так не кажется. Во-первых, здесь полно приложений, где есть маршрут. Откройте, пожалуйста, презентацию. Есть полно приложений, где есть туристы, переводы онлайн, да, советы. Да. Зачем отдельный хенд-девайс для этого? Я вас понимаю. В общем, проблема в чем? Во-первых, цена нашего устройства... 500 бачей. Да. За это можно купить iPad сразу. За это можно путешествие еще одно купить. Нет, можно, да, я с вами полностью согласен, но в чем суть? Вот вы правильно сказали о том, что iPad, он у нас, вот эти все приложения, они по сути используют именно онлайн-доступ. Согласитесь, что на самом деле, когда я очень часто путешествую... Неправда. Перед тем, как куда-то ехать, я скачиваю приложение, которое называется там «Барселона». И дальше неважно, есть онлайн доступ. Просто или нет. Понимаете, в нашем устройстве, помимо именно, вот как вы говорите, карты, да, или как вы имеете в виду, Барселону вы скачиваете. Угу. То есть, футбольная команда. Да. Помимо этого, мы предоставляем возможности, которые, то есть, под рукой постоянного туриста. То есть GPS-экскурсии, например. Вопрос такой: где будет производство вот этого замечательного хенд-девайса? В России? Производство будет в России. Мы, значит. Уже проект закончился. Нет, производство в России вы не дослушали. Конкретно мы позиционируемся в России, но все необходимые, то есть как бы сборка и все необходимые заказы по поставке деталей. На каком заводе собирается? На каком заводе? Где он находится? Он находится в Москве, мы занимаемся непосредственным поиском этого завода. Сборка непосредственная. Золотой девайс. Да, очень дорого. Да. Если будет он переводить без онлайн-доступа, это к нему будет прилагаться такой чемоданчик с оперативочкой, который... Нет, такого не будет. Технически понимаем. Вот технический директор, он может ответить на ваши вопросы, если у вас технические вопросы есть. Отличаетесь от Иктако.
А тик-так, значит, отличаемся тем, то, что, во-первых, у них нет возможности именно постоянного перевода, вот он, как бы в режиме реального времени нет перевода. У них есть, значит, они говорят, то есть вы произносите этот вопрос, потом после этого он отображается на тексте, и после этого можно только считывать. То есть нет обратного воспроизведения, то есть они просто идут, вот он говорит... У вас прибор с обратной тактильной связью? Да, он собственно занят. Да, прибор... Ну, в общем, в чем проблема? Они просто... Проблема в том, что я не понимаю, что собираетесь делать. Это какой-то сумасшедший девайс, который вы будете конкурировать с такими конкурентами, как Apple, Samsung и так далее. И это есть в обычном телефоне HTC, я возьму, закачаю все то же самое. У них все через интернет идет, а у вас? У нас не через интернет. У меня, например, вы едете в Испанию, вы скачиваете именно словарь. Русско-испанский. Вот слово заканчивается. Секунду, какие библиотеки? Я вот открываю HTC. HTC вот недавно научился пользоваться. Значит, тут написано словарь. И все языки есть. Color Dictionary. Все, любой. Зачем мне ваше устройство? Не надо с онлайном. Один раз закачал и все. Все готово. Все слова, база внутри. Вот у него тут все помещается. Сделано в Тайване и классно сделано. Ну, то есть, по сути, вот этот девайс нужен для того, чтобы вы... Например, чтобы мы вам дали 1 200 000 евро, да? Чтобы что-то сказать на, ну, например, испанском. Por favor. Нет, большое какое-нибудь предложение. Adios, hasta la vista. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, что выслушали.